Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено, вот такому вот письму от моей подписчицы Виктории Громовой. Вика, привет и спасибо за письмо. И я сейчас при дневном свете у окна, где-то в 9 часов вечера. Я что-то вдруг подумала, что вообще у нас вроде как там солнышко куда-то заходит, и я решила, что, наверное, будет светло, но не знаю, как будет на самом деле. В общем, у меня тут такое небольшое письмецо, оно отправлено, кстати, я еще, у меня когда девочка спросила, сколько идет письмо, я что-то от балды сказала, дней 5-6. Но раньше они шли дольше, чем посылки, мне помню, из Москвы как-то шло знакомое письмо где-то около 10 дней. Хотя Москва ближе, чем Питер, ну и тут внезапно оно дошло, в общем, 28-го оно отштамповано и... 4-го, то бишь сегодня, оно пришло ко мне. 28, 9, 30. Раз, два, три, четыре. Ну, 7 дней, в принципе, нормально так. Я думала, про это проползет черти сколько. В общем, письмецо у нас такое малюсенькое, но прикольненькое. Я думаю, читать-то на камеру, наверное, письмецо не суть надо. Но кое-что там есть, типа вопросиков. Вообще, такой наболевший вопрос. Хотя я о нем довольно часто говорю, но, видимо, каждому иногда на персонально. Ну или не все просто осиливают мои видосы до конца. В общем, мне пишут, что я интересный человек. Вообще, слушайте, это так прикольно, спасибо. А, кстати, очень такой читабельный почерк. И листочек такой няшненький. Так, со мной интересно общаться, со мной интересно общаться. Правда, я иногда, когда мне пишут дети, совершенно не знаю, о чем с ними говорить. Или даже не дети, когда мне пишут. Вообще, когда иногда мне пишут подписчики с Ютуба, я слегка в ступоре, что мне писать в ответ. Так, человеку нравится, как я хаваю на камеру, этот мокбэнк, банк, короче, вот это вот. Я еще когда прочитала, когда приехала в сад, увидела письмо в почтовом ящике, прочитала уже дома. Точнее, я поехала в сад, увидела письмо, но прочитала уже, когда приехала домой. Подумала, что надо записать, наверное, и хавать на камеру. Но как-то у меня это одно с другим не сочлось, и пишу я уже после того, как я поела. Так, большое спасибо за лайки ко всем моим видео. И вот тут несколько вопросов. Кто подтолкнул меня снимать видео? Вообще вас снимать видео? Ну, меня? Я меня. Снимать видео меня опять же подтолкнула Аленка, Елена Снегирева, она же канал Собсни, и ссылку я даже на ее канал оставлю. Вика, можешь пройти посмотреть. В общем, моя подруга, мы с ней учились в Кульке, правда, на параллельном, я на библиотечном, она на хоровом, и вот уже практически 15 лет, как мы дружим. Живет она в Ярике. Вообще, мы сидели тогда в Манеке, кажется, она мне так, как бы, сказала... Ах, жалко, что ты не блогер, я еще думаю, надо же, я вообще-то веду блог там с 2008 года, и там на нескольких площадках, она опять, ах, жалко, что ты не блогер, ах, жалко, что ты не блогер, потом как-то вот, что это, надо видео как-то снимать, когда этот аккаунт у меня давно был, с 2008, кажется, года, с конца, ну, а то, что его еще можно использовать как-то по-другому, а не как склад всякого барахла музыкального и не очень. Я как-то не знала. В общем-то, она меня подтолкнула. Моя подруга, как долго вы планируете вести свой канал? До бесконечности. Ну, я как-то даже не знаю. Я не планирую, что вот, допустим, сегодня снимаю, завтра нет. Но, может быть, буду снимать редко. Потому что у меня иногда бывает, что я вообще забываю про это все. И, может быть, буду снимать часто, как жареный петух клюнет в одно место, как мне тут сказали по поводу путешествий. В общем, я не планирую, в принципе, бросать. Потому что это уже переросло как-то в хобби, только факт, что, может быть, буду или меньше когда-то уделять времени каналу, или больше, наоборот, чем чему-то другому, или реже снимать видео, или чаще, ну, как-то закрывать канал я не планирую. Хотя у меня там есть какие-то жуткие видео, или такие совсем ранние видео, которые, допустим, я вот на них смотрю и вижу там какие-то свои ошибки. Но я считаю, что это все-таки история, вот все через подобное проходили, все как-то начинают, с чего-то начинают, в общем, так. Как называется ваш поселок в деревне? Так, моя деревня называется Моисеевская или Моисеевская. Ну, когда как пишут, ну, по-моему, все-таки правильнее Моисеевское. Вообще там деревня в том плане, что вот совсем деревня, там ни магазина, ни это, до магазина, до ближайшего это...
в село Прилуки, идти по полю 4 километра, ходила очень давно с кем-то там, по-моему, в детстве, по-моему, с мамой или с родней какой-то. Ну, а так, если по дороге, то 6 километров. Частично асфальтированные, это на велике ездить. Ну и там же речка есть. И Волга, и еще какая-то такая с птичьим названием. Хотя у меня такие ассоциации, я подозреваю, что там даже птица рядом не стояла. Ну, есть там такая река. И в Волгу она же впадает. Ну и, в общем, там как у нас пруды есть. При желании можно купаться, если вы умеете плавать. Я не умею, мне это не грозит. Сейчас соображу. У нас сейчас раньше было где-то 11 домов. Когда мы туда переехали, мне было 3 года. В 87-м году дом купили, когда этот. А потом уже какой-то дом сгорел, какой-то разобрали местные жители на нужды бытовые, то бишь на дрова. И еще какой-то там, я сейчас соображу, сколько вообще там домов, вот, допустим, летом дачники и местные жители. Где-то около 8, в общем, 8,5, потому что в один дом приезжает мужчина очень-очень редко, насколько мне известно, ну, где-то, может, раз в лето, может, вообще раз в год. А так, из местных жителей постоянных у нас там 6 домов. Ну и мы вроде как дачники. И вот один из 6 домов это наш, в общем, муж бабушкиной сестры уже умершей. В общем, родственник наш. Ну так вот, ну я думаю, тут вроде как я ответила на вопросы. Письмо я обозрела от Виктории Громовой. Я так прикольно. Читабельный такой почерк. 27.06.18. Я тоже всегда помечаю письма. Иногда даже время пишу, когда писала. Так, ну, соответственно, ответ я тоже напишу. Правда, пока еще не знаю, что написать. Ну, подумаю и постараюсь на неделе отправить. В общем, вот такой у меня обзор был. Я не знаю, как показать. Ну, вообще, тут Питер где-то там. 125 лет Петербургскому государству, но не веру лети. Лети. Ну, потому что тут, с одной стороны, адрес человека, а с другой стороны, мой адрес. Конечно, часть моего адреса есть на канале, на страничке о канале, на этой части ютубной. И кто-то даже знает мой адрес полноценный, но все равно как-то светить, хоть я с него, надеюсь, в это лето все-таки съеду. Все же не хочется. В общем, если вы досмотрите до конца, то вам позитив. Ну и Вике, конечно, спасибо за письмо. Маленькая такая весточка из Питера и вообще от подписчика. Всегда приятно получить что-то такое. Вообще я люблю бумажные письма. Ну и спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!